Захотелось немножко блатной романтики послушать. Как в семье прокурора, безотрадно и тихо, жила дочка-красотка с золотою косой, с голубыми глазами и по имени Нина. Как отец горделиво и прекрасно собой, было ей 18, никому не доступна. Понапрасну ребята увлекались ей, никого не любила, не посмотрит как надо, лишь с каким-то презрением все глядит на людей. Но однажды на танцах, не шумливых, но быстрых, не шикарно одетый паренек подошел, горделивый красавец из преступного мира. Поклонился он Нине и увлек на бастон, не мигающим взглядом и с игривостью вора. Осмотрел он ее, как козырную масть. И чудесная Нина, это дочь прокурора, отдалась безвозвратно его темную власть. Но судьба воровская так меняется часто, то тюрьма, то свобода, то опять лагеря. И однажды во вторник, суеверно ненастный, он спалил на бану и ее, и себя. Вот за красным столом, одурманенный дымом, за стаканом стакан воду пьет прокурор, а на черной скамье, на скамье подсудимых, его дочка-красотка и какой-то с него расставались надолго, но в сердцах горделивых. Попросил тут парнишка попрощаться с женой, и слились их уста, поцелуя едино. Лишь отец прокурор заливался слезой, и слились их уста.